Монтаж защиты порогов для автомобиля Lada 4x4 от компании PT Group. Комплектация. Силовые элементы левый и правый. Болт М8 на 60 4 штуки. Гайка М8 4 штуки. Шайба гроверная М8 4 штуки. Шайба М8 4 штуки. Требуемые инструменты. Ключ-трещотка. Головка на 13 мм. Ключ гаечный на 13 мм. Установка. Установка защиты порогов производится в проушины упора для автомобильного домкрата. Установите защиту порогов, заведя верхние части крепления в проушины домкрата. Ставьте болты М8 на 60 в отверстие крепления на кронштейне защиты порогов и зафиксируйте их с помощью шайб М8, гроверных шайб М8 и гаек М8, но не затягивайте. Отрегулируйте положение защиты порогов относительно кузова автомобиля. Затем затяните все резьбовые соединения. Повторите весь процесс с другой стороны автомобиля. Монтаж завершен. Упором под домкрат служит нижняя часть крепления порога. Телефон технической поддержки 8 800 277 92.